Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите «Цветы в доме. Комнатные растения». И сегодня мы с вами поговорим о выгонке растений. Зимой при пониженной внешней температуре растения отдыхают. Но у многих уже зимой зарождаются цветочные почки. Эти цветы готовятся расцвести ранней весной. Если же поднять температуру и изменить режим полива, то и в холодное зимнее время эти растения вполне могут расцвести. Специальные приемы агротехники, с помощью которых определенные виды цветов выводятся из состояния покоя и заставить их зацвести в непривычное для них время, и называется выгонкой. Состоит она из двух стадий – предварительной подготовки растений и установки на цветение. Для выгонки можно использовать как луковичные травянистые многолетники, гиацинты, тюльпаны, нарциссы и тому подобные, так и красиво цветущие кустарниковые, типа сирени, форзиции, розы или гортензии. Необходимо учитывать, что для выгонки используются только хорошо развитые, здоровые и сильные экземпляры, потому что рост и цветение проходят за счет запасов органики в этих растениях. Предшествующий выгонке вегетационный период для пышного, обильного цветения растениям нужны оптимальные условия жизни. Для этого их необходимо обеспечить достаточной подкормкой, поливом, теплом и светом. Это позволит растениям хорошо заложить и развить цветочные почки и в достаточной мере накопить органические вещества. К мероприятиям, ускоряющим зацветание, относятся замачивание растений в теплой воде, обработка эфиром и паром. Для ускорения закладки цветочных почек используются также такие приемы, как искусственный недостаток влаги и подкормка калийно-фосфорными удобрениями. Применять их надо не слишком много, чтобы не вызвать преждевременного увядания растений. Хорошо подойдут для выгонки помещения, где есть возможность поддерживать невысокие 3-5 градусов положительной температуры. Устанавливать на цветение растения лучше всего в отапливаемых оранжереях и теплицах. От биологических возможностей сорта и ожидаемого периода цветения зависят сроки установки растений на выгонку. Мелкие луковичные – гиацинт, крокус, пролис, окландыш – неплохо расцветают в обычных жилых помещениях. Так что в ваших силах организовать для себя весну и в январе, не прибегая к помощи сказочных братьев месяцев. Выгонка имеет большое значение в промышленном цветоводстве для обеспечения населения цветами. Не все ж голландцам для нас тюльпаны и розы выращивать. Ну вот, собственно, и все у нас на сегодня. Ну а поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение можно в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь, и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих зеленых любимцев. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч.